Всем привет! Я удивляюсь, на этот дождь ледяной, опять не могу мимо пройти. Итак, 15 февраля 2024 года, утро, 9 утра примерно, нахожусь на улице Комсомольская и не перестаю удивляться фокусом зимы уходящей. Здесь 32 стоматология находится. Смотрите. Во что превращает природа, так сказать, свои же растения. Но это еще не все. Вот этот кустарничек тоже смотрится очень забавно. Смотрите, вот эти ледышки. Остекленевшие вот эти, гляньте. Гляньте, как здорово, да? Ледышки. Красиво. Но около нуля температура, поэтому как бы ходить можно. Не скользко сегодня. Вчера было скользко, сегодня не скользко. Здесь возле стоматологии 32 венок стоит. В общем, красиво. Тут тоже какие-то кустарнички. В общем, природа приукрасила все довольно интересно. Как эти сосиски какие-то, знаете. Вообще. Сколько льда намерзло на веточку. Перекресток Розы-Люксембург, вторая Посадская, улица Комсомольская. Это здание после капремонта, магазин Москва. Гастроном в советское время был. Сейчас Магнит, большой магазин. Красиво сделали, вот слуховые окна очень симпатично отделано. Вот такие городские пейзажи после ледяного дождя. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла. До новых встреч. Вот этот дом, он с этой стороны красный кирпич, а со двора белый кирпич, обыкновенный. Но с этой стороны, конечно, смотрится очень красиво. После капремонта молодцы, сделали классно.